всех кошки. Ничего возьму. Шотландская веслоухая, Хайленд Холд, и все три собраны. Красоту свою показывает. А посмотрите, говорит, какие у меня перчаточки, да? Красивые, беленькие, великолепные, очень красивые животные. Так, я думаю, что, может быть, пятерка останется, далеко уходить не будет, потому что нужно будет фоточки делать, да? Пожалуйста, со своим красивым собачком далеко не уходите. Так, номер 4. Ну, вот мы уже приближаемся к верхушке, да, к топу. Номер 4. У нас осталось 3 места. Я попрошу владельца забрать. Большие животные, которые вроде выпускные. Yeah.
полный рост. А если он встанет? А он вообще до каких размеров? Как-то на 5 минут. Киса. Он пока подрос. Это порода американская фермерская кошка. Она абсолютно аборигенная, ее разводили, ну как разводили, то есть отбирали просто больших крупных особей для того, чтобы они крыс ловили на ферму. А потом решили, что надо эту породу награды ее, да? Вчера все вместе было, еще и не очень. Какая красота. Фантастика. Наш киска в нашем питомнике родился, от нашей мамы и папы. И они вот если другие свинцы, они такие должны быть толстенькие, вот прямо такие. А наши должны быть такие. Я сейчас покажу, наши должны быть такими звонкими, вытянутыми. То есть вот как ориентальные киски, только толенькие. Угу. То есть наши должны быть изящными. Так как часто они вот такого типа вот. Это вот.